Здравствуйте, меня зовут Ахмед Каты. Я доктор наук, преподаватель научного направления биотехнологии Института медицинских наук и помощник руководителя исследовательского парка Валидебаг. Институт медицинских наук – первое обучение студентов в области медицинских наук и индустрии здравоохранения, имеющих квалификацию на международном уровне. В институте работают компетентные преподаватели, знающие современные технологии и умеющие использовать их. В нашем институте действует 58 научных направлений, в том числе такие основные направления, как медицинское, стоматологическое, фармацевтическое и другие. Среди этих направлений обучение ведется по 50 магистерским, 51 докторской образовательной программе. Таким образом, мы ведем образовательную деятельность по 101 образовательной программе. Каждую из программ разрабатывает руководство факультета, и преподаватели следуют установленным учебным планам. Междисциплинарные программы ведутся различными преподавателями, входящими в кадровый состав института. Кроме того, наш университет по обоюдному соглашению с Министерством здравоохранения имеет право осуществлять академическую деятельность в 55 учебных и исследовательских больницах. Наши преподаватели могут вести образовательную деятельность по своим меди, которые расположены в учебных и исследовательских больницах. Прием студентов в магистратуру производится в соответствии с правилами, установленными Советом по высшему образованию.